Всем привет! Поговорим сегодня об электронных таблицах LibreOffice. Вот идем сюда, открываем LibreOffice 5 версии. И вот перед нами вот что-то такое вот непонятное, если вы первый раз в жизни это видите. Зачем эта программа, кому она нужна и пригодится ли она мне, так сказать, в моей повседневной деятельности? Очень просто. Ну, во-первых, давайте так, вот я вам покажу. Два, там три. Ну, продолжу вот так вот. А здесь, наоборот, напишу. Семь, там шесть. Ну, где-то сделаю вот так. Вот смотрите. Получилось две колонки. Ну, выровняю по центру. Первое арифметическое действие. Сложить. Смотрим. Ячейка Е5. Пишем знак равно, пишем Е5, ставим знак плюс и ставим ячейку F5. Получаем в сумме 9. Каждый раз это делать не нужно. Взяли вот так вот, протянули за нижний угол. И везде получили сумму 9. А если, допустим, у вас тут будет, ну не знаю, там, ну, 22, там, 34, 76, 20, там, 5, 66, 77 и 80. 8, соответственно, получаем. Можете взять и проверить. Удобно? Ну, конечно, удобно. То есть при подсчете больших вот количеств там самого разного всего у вас на глазах сразу видна картинка. Мало того, значит, можно вот тут вот сверху встать на ячейку, нажать на сумму и указать ячейки, где будет высчитываться сумма. Вот получите 416. Берите, проверяйте. Не нравится вам, допустим, шрифт, ради бога, сделали покрупнее, сделали его жирным, сделали клеточки, чтобы каждая клеточка была хорошо видна, ради бога. Нужен цвет, ради бога. Пошли сюда. Светловатый, вернее, темноватый. Сделали совсем слабеньким его, ради бога. А вот, допустим, суммирующую колонку решили сделать другим цветом. А кто вам мешает? Решили закрепить окошко, зафиксировали, и тогда сколько бы ни было там у вас цифр, там я их тут могу сейчас вот столько сделать, а у вас колоночка остается закрепленной, и суммирующий результат все равно остается наверху. Это очень удобно. Вот самое первое действие, значит, которое мы разобрали. Простейшая формула. Вставляете знак равно, указываете ячейку Е5 и указываете ячейку F5, которую нужно сложить. То же самое, меняем, берем знак, ставим
отнять. И получаем следующее. Берите калькулятор, проверяйте. Вот теперь мы уже поняли два действия, две формулы. Прибавить и отнять. Ну, теперь то же самое сделаем вот так. Умножить. Shift 8. Все получилось. Протянули вниз. Берите, проверяйте, где проще. 7 на 20, 140. И 14, 154. Нужен шрифт вам еще побольше, допустим, у слабовидящий, да ради бога. Теперь меняю знак умножить на знак разделить. Получаем следующее. Теперь здесь формат ячеек. Указываем до сотой части. То есть целое число, десятое и сотое. Вот вам, пожалуйста. Что-то здесь не видно. Нажали вот так вот. Вот получили общую сумму. То есть умножить, разделить, прибавить и отнять. Вот здесь мы и разобрали. И заодно мы поняли, для чего это нужно людям. Это нужно для повседневной жизни. А теперь рассмотрим такую вот простую вещь. Вот сейчас я удалю все эти. Допустим, у вас там квартплата. Там вы пишете квартплата, там ставите там 456, там за свет ставите там 788. Я беру произвольные цифры. Там за газ 359, там за вывозку на муфу мусора там 533 там и так далее. Можете выровнять вот так вот по центру все это дело. Первое. Вот тут великолепный есть всегда значок. Сумма. Нажали, выделяете ячейки, в которых нужно сумму посчитать. И получаете все это дело сразу в виде суммы. Если вам нужно, чтобы это дело было в рублях, ну какая разница? Встаете на формат ячеек, встаете на денежный. Встаете на рубли, и даже он там, если что-то там минус, там будет даже вот так показывать. Вроде не показывает. А вот, пожалуйста. То есть электронные таблицы были сделаны для того, чтобы облегчить жизнь и подсчеты там самого различного вида. Я могу себе сделать, допустим, валюту. Поскольку я живу в другой стране, абсолютно другую. Вот смотрите, там побежал куда-нибудь, я не знаю. Ну вот. Вот. Могу поставить английскую. Пожалуйста, получаю значок английского доллара. Тоже проблема нет. Ну, видите, вы это делаете легко. Вот в этом простом уроке, значит, вы научились первое. Сложить два числа. 2 и 5. Здесь самое главное, значит, запомнить, что ячейки, в которых они находятся, это адрес. Вот у меня цифра 2 стоит, ячейки Е. Колонка 5. И если, допустим, я вот сюда сейчас встану, я нажму равно, вот тут я и должен написать адрес Е5. Дальше сложить, пожалуйста.
Могу знак прибавить. С чем? F5. Вот и все. То есть вот эта формула уже отражает, значит, вот такую вещичку. Это вам сложить. Дальше, там 67, ну, 50, там, допустим, 3. Я здесь пишу уже равно. Е7 минус F7. Ну, проверять будете? Дальше. 22 умножить, допустим, на 4. Равно. Я пишу Е9 умножить на F9. Ну, 88, понятно, да? Второй пример, последний. 100, ну, разделить, самое простое для мозгов, как говорится, на 5. Равно Е11 разделить на F11. Ну, а здесь вот мы можем, значит, сделать колоночку такую. Плюс. Тут напишу я минус. Тут напишу умножить. Тут напишу разделить, чтобы было понятно. И теперь можете менять что вам угодно. Можете тут написать там 33. Пожалуйста. Отнять. Да хоть 333. Получите вот здесь все. Тут да можете написать 11. Получите 44. Можете написать там 353. Получите не целое число, но все равно получите. Нужно вам только два знака после запятой. Ради бога. Вот их поставили. Получили здесь. Если колонка узковата, вот получаете такой значок. Берете, вот так вот нажимаете, все. Просуммировать, да ради бога. Вот вам общая сумма. То есть вот такие простые вот арифметические действия, они наиболее часто используются пользователями для там своих самых различных там задач, там ведение там бухгалтерских книг, там свои подсчеты своих там доходов, расходов и прочее, и прочее, и прочее. И по колонкам их можете расставлять и суммировать и так далее. Ну, самое главное, вот прибавить, отнять, умножить, разделить. Вот это самые основные функции Excel, которые в основном, ну, процентов, может быть, на 90 используется пользователями. Вот на этом краткий урок я, значит, закончу. И до новых встреч!